Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, красивые и прекрасные люди. Я сразу хочу обозначить, я думаю, что сегодня есть на этом концерте люди, которые не первый раз на подобном концерте. И хочу просто повториться, что у нас нет сцены, у нас нет зрителя, грани это нету вообще. Если вы не хотите хлопать, не хлопайте. Я вас правда попрошу часто закрывать глаза. Я пишу инструментальную музыку, это язык, на котором я разговариваю с вами, дорогой слушатель, зритель. И я сегодня буду рассказывать много историй. Какие-то правдивые, какие-то я выдумаю, какие-то истории мне приснились. Я очень хочу, чтобы вы увидели те картинки, которые вижу я, когда ко мне приходит музыка. Я очень хочу погрузить вас в это, в свой мир музыки. Давайте начнем. Thank you.
Давайте с вами знакомиться ближе. Я хочу представить вам этих потрясающих девушек. Это струнный квартет Black Tie. И... И, девушки, с вашего разрешения я вас представлю по именам. Почему я сказал, что у нас сегодня нет сцены, нету зрителя? Потому что я с вами, правда, очень хочу общаться. И если у вас возникают какие-то мысли, какие-то вопросы, мы можем как-то организоваться, да, вы будете передавать мне листики, записки, я их буду читать и с удовольствием буду отвечать на все ваши вопросы. Итак, представляю этих очаровательных девушек. Шура. Первая скрипка. Лиза, Саша, Ира. Мы очень много вместе путешествуем, очень много даем концертов и переросли в такой один организм. Мы продолжаем. Thank you.
Сейчас я вам расскажу, о чем следующая мелодия. Вы закройте глаза и постарайтесь себе это представить. Все мы, все наши организмы состоят на 80% из воды. Наша планета тоже в большинстве, да, на 70% состоит из воды. И вода — это жизнь. Это жизнь на нашей планете. И если бы ее не было, то, наверное, не было бы ни нас с вами, ни животных, ни растений, ничего. Вот. Поэтому следующая мелодия, она о воде. Это океаны, это реки, это моря. И, конечно же, мы с вами. Закрывайте глаза и представьте себе, пожалуйста, это. Ну а теперь задание вам. Я играю следующую мелодию.
представьте себе что-то, и я очень хочу услышать вас, что вы увидели. Хорошо? Хорошо. Теперь я вам передаю микрофон, вы поднимаете руки и говорите, что вы видели. Поднимайте руки. Не бойтесь. Вы знаете, мне представилась балерина, которая танцует на сцене и попадает в красивый, прекрасный мир, где распускаются цветы и, по сути, делает рай. Спасибо большое за прекрасную музыку. Мне представилось, что это сначала была грусть, а потом возрождение. Мне представилось, что это Рождество. Красивый вечер, кружатся снежинки. Медленно падают. То есть с наступающим. Мне тоже представился снег. Сначала такой, сначала небольшой снег на фоне природы, потом это переходит на фон города, и там уже начинается такая более, там, ну не метель, но уже больше снегопад такой. А потом после снегопада лежит много снега, выходишь, и так красиво-красиво. Благодарю вас.
Смотрите, я расскажу. Видите, как интересно, что инструментальная музыка, в ней нет слов, и вы каждый сам себе рисует воображение. Интереснее, конечно, посмотреть фильм, чем прочитать книгу, да? Но книга, ты начинаешь представлять себе что-то, воображать. Точно так же и с инструментальной музыкой. И я расскажу, что я заложил, какая идея в этой песне. Да, песни, я сказал. Что каждый из нас ребенком мечтает о чем-то. Мечтает по-настоящему. Полететь в космос, стать президентом. Не знаю, еще куча каких-то... Стать пилотом, космонавтом и так далее. Но вырастая, мы часто становимся менеджерами, водителями. Часто забывая о своем настоящем предназначении, о своих желаниях. И вот я хочу пожелать каждому из вас, чтобы вне зависимости от времени вы продолжали мечтать. И если вы уже, даже в уважительном возрасте, сделаете что-то сумасшедшее, то, о чем вы мечтали в детстве. Вот об этом была эта мелодия. Хорошо, я сейчас хочу сыграть одну мелодию, единственную мелодию в этой программе, которая не моя. Дело в том, что ее написал очень великий человек в Китае. Вот, и это песня мира. И я хочу пожелать, пускай будет мир в ваших семьях и, конечно, в нашей стране. Thank you.
Немножечко танцы было. Следующая композиция называется «Нежность». Спасибо большое. Ну а следующая мелодия, она посвящается моей семье. И пускай вот любовь и гармония, и на самом деле все, о чем желаете вы, пускай происходит в ваших семьях. Я вам искренне этого желаю. И я, наверное, снова попрошу вас закрыть глаза, и пускай сбудутся ваши мечты. Thank you.
Спасибо огромное. Ну что, да, конечно, я как раз именно хотел сказать, что если у вас есть любые вопросы, пожалуйста, говорите, передавайте записки, да? Да, давайте. Да, пожалуйста. Мой вопрос такой. Со скольки лет вы полюбили музыку и начали заниматься музыкой? Дальше. Со скольки лет вы начали самостоятельно писать музыку? Где вы учились и помните ли вы своего первого учителя по музыке? Любовь к музыке пришла с самого детства. У меня родители не музыканты, но большие меломаны. Я с детства слушал, правда, очень много музыки. И часто в 3-4 годика я представлял себя на сцене, выстраивая какие-то игрушечные кнопочки, направляя на себя фонарик. Я представлял, что я артист, я выступаю. Вот. Первый раз я увидел клавиши в цирке сверху, да, там, где играют музыканты. И мне тогда показалось, что красивее клавиш ничего на этой планете быть не может. Вот. Музыку начал я писать достаточно рано, но ее было немного. Есть пару мелодий, которые я написал в 6, в 7, 8 лет. Кстати, эти мелодии вошли в мой первый альбом. Далее была написана всего одна мелодия в 12 лет. Ну, а в основном то, что вы слышите сегодня, начало приходить ко мне где-то с 21-22 лет. Все. Музыкальная школа на Троещине. Первого преподавателя, конечно же, помню. Это потрясающая женщина, Гержан Елена Борисовна, которая ушла из жизни, к сожалению, еще когда я учился. Вот. И расскажу вам такую историю интересную, что после ее смерти мне снился сон, что я лечу на самолете, самолет терпит крушение, и все в этом самолете погибают, кроме меня. И в этом сне мне приходит осознание, что, как ни кажется, все плохо вокруг, да, я должен встать и идти дальше. И на самом деле я хочу вас призвать к этому действию, что бы ни происходило, насколько не было бы тяжело, мы должны всегда идти вперед, дальше и верить. В Библии написано: «По вере нашей да будет нам». Да будет так. Ну, вопрос, чому саме музика? Ну, я, мабуть, відповів на це питання, тому що я не уявляю своє життя без музики і крапка. Ваша улюблена книга. Ви знаєте, я дуже люблю фантастику, і я люблю читати класику. Просто класику. Улюбленої книги, мабуть, такої немає. Зараз давайте продовжу. Кто вас вдохновляет, когда... Угу. Кто меня вдохновляет, когда я пишу музыку? Ну, вы знаете, вдохновляет меня все, что меня окружают, и все, кто меня окружают. И сегодня вдохновляете меня вы. Спасибо вам за это. Есть еще вопросы? Скажите, пожалуйста. Возможно, детки хотят что-то спросить. Есть? Класс. Помимо того, что вы пишете музыку, вы танцуете? Возможно, вы танцуете, молодой человек? Да? Так давайте я сыграю, вы станцуете. Еще вопрос, да? Да. Я прошу прощения, я совершенно не знаю о вас ничего, поэтому я хотела спросить, есть ли у вас детки? Есть ли у вас детки? Есть ли у вас семья детки? И если есть ребенок, проявляется ли талант вот вашему ребенку? Сколько ему лет? И, пожалуйста. Вы знаете, я заверну вообще с другой стороны. Отвечу на этот вопрос. Ребенок есть? Это мне? Спасибо большое. Ребеночек у меня есть, сын, которому 9 месяцев. Проявляет ли он интерес к музыке, посмотрим. Я также хочу сказать, что я за право выбора. Когда-то в свое время мне мои родители дали выбор. Я мог заниматься спортом, я мог заниматься музыкой. Собственно, я выбрал это. Вот, поэтому давайте своим детям выбор. И помогайте, потому что лень берет верх часто.
Мы плавненько подходим к концу. Я бы хотел сыграть пару мелодий. И я снова буду вас просить закрывать глаза и мечтать. Мечтать и верить. Thank you.
струнный квартет Black Tie. Что ты, твоя музыка — это твоя любовь. Любовь — это музыка. Поэтому спасибо, что ты нам сегодня подарил эту любовь. Мы это почувствовали в сердце от всех нас, от нашей команды, от всех нас. И мы почувствовали, что мир этот добрее, красивее стал для нас. Все будет хорошо. Мы тебе желаем вдохновения, здоровья всей твоей семье, здоровечка и любви. Спасибо тебе. Спасибо. Спасибо огромное. Друзья, спасибо огромное за ваше тепло, за ваши настоящие искренние глаза. И спасибо. Спасибо. И разрешите мне сказать пару слов еще. Вы знаете, я очень искренне хочу поблагодарить Фонд «Социальный захист» за помощь, за то, что вы здесь. Правда, эта идея родилась очень давно, и я безумно счастлив, что все это состоялось. Евгения Тимошенко, огромное спасибо вам за помощь, за поддержку. Ирина Волгина, Андрей Павленко и весь фонд, все девочки, мальчики, которые работали над тем, чтобы этот вечер, этот день состоялся. Спасибо вам огромное. Напоследок что-то сыграть? Сколько я занимаюсь музыкой в сутки? Я с удовольствием отвечу на этот вопрос. Я потом выйду в зал, хорошо? Я обязательно дам. Вы знаете, я сторонник, называется КПД, коэффициент полезного действия. Нужно заниматься ровно столько, сколько соображает мозг. Это может быть и полчаса, это может быть 3 часа. Поэтому вот. Вот, смотрите, какая красавица. Мой любимый классический композитор — Бах и Шопен. Их 2. Ну что, мне нужна будет ваша помощь. Поможете? Не поможете. Поможете? Погнали! Thank you.
Аплодисменты для Шуры. Вам не понравилось, как Шура играет? Аплодисменты для Лизы. Для Саши. Для Иры. Аплодисменты для Рояля, для Маха. Любите, экспериментируйте, слушайте свое сердце, делайте сумасшедшие поступки. Я вам желаю, правда, крепкого-крепкого здоровья, веры в себя, веры в людей. И пусть так будет всегда. До новых встреч, пока!